Мы с вами разобрали уже парочку двухмембранных органоидов, смотрели митохондрии и разобрались с этим процессом клеточного дыхания. Смотрели пластиды и разобрали в связи с ними процесс фотосинтеза. Сейчас мы начинаем с вами последний двухмембранный органоид. Ну, я кто понял, о чем у нас начинается речь? Да, да? Разумеется, о ядре. Сегодня мы только начнем эту речь. Дело в том, что тема, связанная с ядром, у нас с вами плавно перерастет в тему, связанную с размножением и делением клеток, а они плавно перерастут в генетику. Попробуем с вами посмотреть, как устроены методы генетические, что это за наука такая. На самом деле она скорее не часть биологии, а нечто при биологии. Сейчас принято выделять отдельную такую сатурительную сферу – биоинформатика, которая не является биологией. Это на самом деле некоторый вариант очень сложных форм программирования, некоторые изысканные разделы математики, которые реализуются на биологическом материале. Вот после того, как мы с вами, хоть и по курсу, хотя бы немножечко, разберемся с этой системой, вам хотя бы примерно будет понятно, чем занимается биоинформатика, за которую, в общем-то, будущее, разумеется. Итак, ядро. И здесь сразу приходится сказать, что если взять световой микроскоп, и тупо наблюдать с живой клеткой, достаточно быстро выяснится, что ядро – это органоид очень изменчивый. Никакого порядка в этом органоиде увидеть невозможно. Для того, чтобы хотя бы чуть-чуть систематизировать свои представления на эту тему, придется нам поделить жизнь клетки, всю жизнь клетки, на несколько вполне определенных отрезков. Крупные отрезки в жизни клетки будут называться фазы. С чего начинается первая фаза жизни эукариотической клетки? Почти любой, кроме зиготы. С какого события начинается первое? Да, деление клетки предшественника. Да. Совершенно верно. Вот здесь жила клетка предшественника, которая поделилась, дал начало двум клеткам, ну и мы будем разбираться с жизнью одного из потомков. Первая фаза, которая, как это ни странно, будет длиться вот сколько времени, будет называться интерфазой. Интерфаза. Ну а после интерфазы, что наступит? А дальше наступит занятное время. Экстрафаза. Не-не-не. Деление. На самом деле дальше вот. Процессы деления клетки. Эта клетка делится. Итак, за интерфазой следует деление. А перед интерфазой что шло? Вот это тоже, тоже деление. То есть интерфазы как можно определить? Промежуток жизни клетки между двумя делениями. Совершенно верно. Но деление клетки – событие настолько сложное, что в этом, как вы видите, в общем-то очень небольшом временном отрезке выделяют, обратите внимание, сколько разных интервалов. Пять. Первая интерфаза, а вот это пойдут фазы процесса, которые называются митоз. Упорядоченное деление клеточного ядра. Митоз – это не деление клетки, упаси Бог. В ходе митоза делится именно клеточное ядро. С него надо начинать все события. А уже после того, как ядро поделилось, то есть у нас теперь внутри одной клетки сколько ядер? Два. Теперь внутри одной клетки два ядра. Вот после этого что надо делать? Иметь приданное. А что будет являться в данном случае приданным? Цитоплазма. Разделение цитоплазмы со всеми органоидами. То есть цитоплазма клетки предшественника будет делиться на две порции. Одна порция отойдет к одному ядру, а вторая порция – к другому ядру. Вот этот процесс деления цитоплазмы, который происходит после митоза, называется
цитокинез. Мы когда цитокинез пройдем, сколько клеток полноценных мы имеем? Две полноценные клетки. И у каждой из этих клеток какая фаза начинается? Интерфаза. Каждая из этих клеток начинает свою интерфазу. Вот у нас пошла жизнь уже двух разных клеток с этого момента. А сколько длится интерфаза примерно? Еще раз, сколько длится? Да. У разных клеток очень по-разному. Что, собственно, вот вопрос. А я слышу, что есть мейоз. А почему именно здесь митоз, а мейоз? Володенька, на свете есть очень много красивых разных свойств. Допустим, птеродактиль или нейтронные дыры. Скажи, пожалуйста, потому что мы сейчас разбираем на доске, эти слова имеют отношение? Нет, ни малейшего. К тому, что мы сейчас разбираем на доске, мейоз имеет отношение? Да. После я слышу, что это тоже деление мейоз. Правильно. Но мы разбираем какое деление? Митоз. Мы разбираем митоз. Дело в том, что мейоз раз в 10 сложнее. И вы просто совсем ничего не поймете про мейоз, если перед этим не разберете митоз. Не поймете, зачем он нужен, что там, какие-то страннейшие события происходят. Поэтому начинаем мы, конечно, с упорядоченного деления клеточного ядра, которое происходит в подавляющем большинстве случаев, называется оно митоз. Но перед тем, как речь зайдет в митозе, придется разобраться с интерфазом. Какие же события происходят в интерфазе? Вот оказывается, эти все события, среди них, можно таки выделить три разных периода. В интерфазе выделяют три разных периода. Первый период будет занимать почти всю интерфазу. Вот он, первый. И будет называться G1 период. G1 период. Что происходит в это время? А в это время клетка просто живет. В самом начале G1 обязательно какие процессы пойдут? Рост. А для того, чтобы вырасти, какой процесс надо активно вести? Деление. Питание. Деление ни в коем случае. G1 никакого деления. Питание, конечно. Клетка питается, растет. Если нужно, отстраивает какие-то дополнительные органоиды. А дальше просто живет. Вот вся жизнь клетки, нормальная жизнь, это и есть G1 период. Чем кончается G1 период? Клетка начинает планировать следующее деление. Деление еще не началось. Но что необходимо сделать перед тем, как начать деление ядра? Прошу. Спасти еду. Не с этого начать следует. Вы правы, конечно, но начать следует не с этого. Ребят, сколько ядер будет у двух клеток? Откопировать ДНК. Первая акция, которую необходимо провести, когда клетка готовится к делению, надо откопировать ДНК, синтезировать ДНК для того, чтобы хватило дочерней клетки. Поэтому следующий период будет называться S-период. Период синтеза ДНК, он коротенький, он много времени занимает. Вот он, S-период. В этот период синтезируется ДНК, то есть снимается копия с имеющихся генов. А затем еще один небольшой период, смысл которого молодые люди только что сказали. Ведь деление – это процесс энергоемки. Да. Строить новый органоид для деления надо. Да. А в результате необходимо выделить еще один небольшой период, вот он, называется он будет G2 период. В это время клетка запасает вещество и энергию, необходимую для митоза. Вот после того, как S и G2 прошел, все, начинаем митоз, после митоза цитокинез, и в конце цитокинеза имеем уже две клетки. Поэтому сценарий играть не все. Огромному большинству клеток вашего тела запрещено делиться. Никогда не делятся. Какие клетки? Кости. Во-первых, клетки кости остаются. Им просто некуда делиться. Они замурованы внутри скального вещества костей,
Согласен, остался это еще. Красные кровяные тельца делятся. Красные кровяные тельца абсолютно не умеют по одной простой причине. У них нет ядер. Это редкий вариант, когда клетка при созревании просто выбрасывает ядро. Если у клетки нет ядер, она делится может? Никак не может. Это не делится еще. Нейроны, нервные клетки. Ни один нейрон делиться не умеет. Еще. Может, мозговые клетки? А мозговые клетки – это и есть нервная клетка. Может, хрящ? Нет, клетки хряща отлично умеют делиться. Очень хорошо делиться. А еще клетки мышц. На самом деле, помните, мы с вами говорили про скелетную мускулатуру? Гигант, многоядерный гигант, у которого там два десятка ядер может быть внутри. Так? Ну а как же эта клетка будет делиться? Копировать каждое ядро. Ага. А дальше циткинез, как вести? Нарезать на кусочки будем сократительный аппарат клетки? Или как? Не выйдет такой клетки. Просто разорвется мышца. Да, просто перестанет, а перестанет быть мышца. Поэтому очень многие типы клеток у нас не делятся совсем. Как в этом случае будет выглядеть их жизненный путь? Ну, допустим, определение вот этой клетки. Один из потомков сохранил программу предшественника, то есть будет дальше двигаться. А второй стал превращаться в специализированную ткань, допустим, в нейрон. Как называются такие клетки в телах животных, которые при делении порождают все остальные типы тканей? Такие клетки называют стволовые клетки. Итак, вот это у нас стволовая клетка, она поделилась, эта клетка осталась стволовой, то есть в конце она будет делиться, а вот эта клетка специализируется. Что произойдет? А вот что произойдет? И дальше поехали. У нее когда-нибудь S-период начнется? Нет. Нет. Все ее существование, все целиком, это же один период. Но не бесконечно же она будет жить. Не бесконечно. Сколько живет нейрон? Сколько живет человек? На несколько месяцев больше, чем живет человек. Потому что те нейроны, которые сейчас у вас в мозгах, когда эти клетки произошли, вот этот момент был когда? После вашего рождения или до вашего рождения? До вашего рождения. Значит, возраст каждого нейрона в вашем головном спинном мозге больше, чем ваш возраст. Это понятно? То есть есть клетки, которые живут десятилетиями. Вот у них на десятилетие зависло, завис жаден период. Дело в том, что очень многих клеток, как раз вот этого типа, встроена программа предусмотренного самоубийства, предусмотренного саморазрушения. В частности, есть такие программы у нервных клеток. При создании новых нервных путей иногда программированным образом выпадают целые блоки. Ну, целая там, цепочка участников в нервной системе. Для того, чтобы конкретизировать пути связи между остальными нервами. Так что бывает, что клетка живет, а вот в этот момент у меня включается механизм, который называется апоптоз. Это клетка включила программу саморазрушения. Все, на этом существование прекратилось. Прикольно. Ну и вот то, что мы сейчас будем говорить, для начала, будет касаться интерфазного ядра. То есть клетка не готовится к делению, не делится, просто живет. Берем такую живую клетку, засунули под микроскоп, хороший световой микроскоп с хорошим увеличением, где-нибудь там, я не знаю, порядка 1000 крат, да? Ну, от 800 до 1000. Какую картиночку мы увидим? Ну, даже вспоминать прежде. Какие детали препарата под микроскопом кажутся более темными, а какие более светлыми? Которые хуже пропускают свет, то есть более плотные части, как будут выглядеть? Темнее. А светлее какие? Менее плотные, которые лучше пропускают свет. Отлично. Ядро вовсе не обязательно идеальная сфера. Бывают клетки, у которых ядра имеют вытянутую форму, какую-нибудь неправильную, например, грушевидную. А у некоторых лимфоцитов, то есть клетки иммунной защиты,
Ядро вообще вот так будет выглядеть. Как связано с этим. Даже вовсе не обязательно это какой-то идеально правильный шарик. Но все-таки у большинства клеток ядро стремится по форме примерно к шарику. Ну, давайте такое типичное ядро и будем с вами рассматривать. Если клетку совсем не кормить красительно, то как следует рассмотреть внутреннюю среду будет сложновато. Дело в том, что внутреннее заполнение почти совершенно прозрачно. Но уже достаточно давно, полвека назад, выяснилось, что если добавить в среду обитания клеток красители, которые связываются с азотом, то есть могут привязываться к тем веществам, в которых есть азот, да, то внутри ядра достаточно хорошо прокрасятся самые разные внутренние азоты. Как, например, азотистые основания? Азотистые основания ДНК. Так связали красители, и в этом случае. Но в этом случае мы увидим полное безобразие. Так что мы увидим? А увидим, например, вот такое. Вы понимаете, что мне надо вести поиск, последовательный поиск,
среди 23 тысяч файлов. Если все они последовательно записаны на одной катушке. Ну, я не знаю, вы, конечно, не пользуетесь сейчас уже кассетными магнитофонами. У вас, скорее всего, плееры на другом принципе. Но представьте себе, что у вас есть моток магнитной пленки, да? Вот он. Вот здесь головку снимать. Вы хотите прослушать некоторую песню, которая записана вот на этом участке. Вот здесь она записана. Что для этого надо сделать с пленкой? Перемотку включить. А если вы хотите прослушать песню, которая вот здесь записана? То же самое. Перемотку только в другую сторону включить. 23 тысячи песен на одной ленте. И вы то вот это слушаете, то вот этого, а то вообще вот это какое-нибудь. Понятно, сколько времени у вас займет поиск, перемотка. Не прослушивание, а просто поиск. И там 23 тысячи. Сейчас запомните какое-то много часов. Хорошо, запомнили это, что? А вы просто ждем, когда домотается. А что вы в это время делаете? Компьютер играет. Ага, славно. А клетка, живая клетка, да? Ей надо сейчас, вот именно сейчас, ей надо, я не знаю, там, сбежать от страшного прежде-крюгера. А для этого ей надо синтезировать определенный фермент. И она добавит, мотает свои, ну, самое, ДНК. И Крюгер говорит, подожди, я вот занята, сейчас я смотаю ДНК, синтезирую все, что надо, а вот тогда будем разбираться. Присвоить каждой клетке номер, потом в какой-то регистратуре вот просто искать. Отлично, а как искать? Ну, по номеру, например. Хорошо, по номеру. Нашли, вон там, увидел, номер здесь. Но и читающая головка вот здесь, а только она может прочесть. Чтобы этот кусок носителя оказался в зоне чтения, что вы все равно должны будете сделать? Перемотать. Хорошо, если мы взяли, разрезали эту ленту на 23 порции. Мы получили 23 кассеты. Что со временем поиска каждой песни на этой кассете? 23 раза увеличился. А вот больше. Увеличился? Больше искать стал? Не будет твой меньше. Ну, Володь, просто между увеличился и уменьшился, легкое отличие есть. Уменьшилась скорость. Нет, скорость осталась прежней. Скорость поиска. Да. Скорость перемотки. Производительность. Ну да, производительность, скорость поиска, да, хорошо. А что если разрезать на части, да? Чтобы оказалось, что каждая часть будет для каждой клетки. И тогда клетка в самом начале узнает, что это часть для нее, и будет тоже на этой части читать. Вот такое предложение. Вот такое предложение. Мне остается только на это дело ответить. Следующее. Когда лично вы станете Господом Богом и будете творить мир по собственному замыслу, вы создадите именно такие живые организмы, где все программное обеспечение, касающееся определенного типа, будет собрано в одном месте, аккуратненько отделено от всех остальных программ, так, и, может быть, еще специальным маркером снабжено и так далее. Но дело в том, что мы живем с вами в реальном мире, в котором ДНК построена иначе. Никакого такого отделения части программы для одной клетки, часть программы для другой клетки нет. И почему нет, кстати, совершенно понятно. Вы просто совершенно не представляете себе, как реально идет эволюционный процесс. Что это такое? Не могло такое деление возникнуть в ходе эволюции. Размещение генов на ДНК имеет, ну, просто совершенно другую обусловленность. Пока с вами договорились, что все генеральное ДНК, кстати, кто запомнил, как называется, вот все совокупность генов данного организма. Геном. Отлично. Так вот, в каждом ядре геном порезан на 23 порции. Но нитки все равно длинные. Все равно длиннейшие, ну, потому что там больше. Они, кстати, эти куски далеко не равного размера. Некоторые есть короче, некоторые есть длиннее, но все равно там больше 1000 генов на каждом. Такую нитку нельзя просто бросать в этот раствор, с ней работать невозможно. Поэтому какая система используется? Нитка, не видели когда-нибудь? Да. Вот самая обычная. В качестве сердечника у этой катушки, вот, для ниток, что используется? Картонка. Картонка, деревяшка, пластиковый сердечник, может быть, на который накручена сама нить. Виток за витком, виток за витком. Знакомая картинка, да? Отлично.
молекулы особых белков. Такие белки есть только в ядре, в других местах нет. Это кислые белки, гистоны. На молекулу гистонов, в некотором смысле, как на катушке, накручена нить ДНК. Вот так вот, и точка за электрон, и тот за электрон накрутили. Но одной молекулы не хватит. Гистон, конечно, большой, но нить ДНК гигантская. Поэтому вот продолжение ниточки, а дальше следующий гистон подшел. И на него продолжение нити накручено. А дальше следующий гистон пошел. И сколько так? Сколько надо, столько, да? Тысячи надо. Для того, чтобы смотреть один фрагмент из этих 23. В результате ДНК в норме, компактизована, аккуратненько уложена с участием белков гистонов. Если возникла необходимость прочесть какой-нибудь ген, ведь на ДНК записан ген. А допустим, этот ген записан вот на этом участке ДНК. Вот на том, который намотан на эту часть молекулы гистона. А этот гистон выдержит или посмотрит? Нет, все очень просто. Включается перемотка. Но понятно, что это модель. На самом-то деле молекула, конечно, не крутится. На самом деле здесь просто распадают связи дорожные. Но представьте себе, что эта катушка стала раскручиваться. В результате что? Так, вот на этих соседних катушках ДНК остается смотреть. А здесь молекулу гистона мы временно освободили от ДНК. Вот она здесь повисла в пространстве, голенькая молекула. А сама нить ДНК, образовала вот такую длинную свободную петлю. Вот к этому участку, который освободился, прикрепляется читающая система, обнаружив старт кодон, кодон начала чтения, да, прикрепилась, и дальше. А дальше тот процесс, который мы с вами разбирали. Да, читающая система поехала вдоль по ДНК, да, вот так, до стоп-кодона, допустим, вот он стоп-кодон. Хорошо, доехал до стоп-кодона. На стоп-кодоне она просто скинута в пространство. А по ходу дела, какую молекулу синтезировала молекула информационная РНК, да, мессенджера. То есть откопировала информацию с ДНК на носителе. Все, ген прочли. После этого что надо сделать? Аккуратненько все вернуть на место. Гистон становится на место и закручивает на себя эту кучу. А вот теперь давайте обратимся к этим картинкам. Почему, собственно, в ядре все время меняются темные и светлые участки? Вот скажите, пожалуйста, свет лучше будет проходить сквозь вот такой участок скопившихся катушек или сквозь участок свободных петель? Сквозь участок свободных. Конечно, здесь вещество менее полное. Вот этот синеньким выделяю. Вот эти районы. Это районы, где больше свободных петель или катушек. Катушек. Да. Это районы, где в данный момент больше катушек. Вот такое смутное состояние ДНК будет называться гетерохроматином. Итак, гетерохроматином. Гетерохроматин. ДНК намотана на белки гистоны. Вещество достаточно плотное. И с гетерохроматина ведется ли чтение информации? Или гетерохроматин закрыт? Закрыт, с него никто ничего не копирует. А вот такие свободные петли образуются в тех местах, где как раз ведется чтение информации, где ведется копирование. Эти районы будут называться эухроматином. Ну вот, допустим, эухроматиновая зона, вот эухроматиновая зона, где-нибудь вот здесь вот. Вот там, где светло, там, где прозрачно. Эухроматин. Эухроматин состоит из размотанных
которых в данный момент происходит копирование. Да, прошу. Вот тот черный кусочек, который не двигается. Подождите, о нем отдельная история. У этого участка есть свое имя, имя собственное. Этот неизменный участок, который не относится ни к гетерохроматину, ни к эвхроматину, называется ядрышко. И в ядрышке создаются субъединицы рибосом. Помнишь, такое рибосом? Да. Ага. Вот именно здесь они строятся. И затем уже будут выбрасываться из ядра цитоплазмы, чтобы работать цитоплазмой. Итак, течение... Еще раз. Самый главный завод, который производит другие заводы. А здесь все главное. Дело в том, что ядрышко без вот этого количества тоже не работает. Здесь нет, ничего не главного. Ядрышко – это стабильная зона внутри интерфазного ядра. И как раз в этой зоне происходит субъединица рибосом. А все остальное – это вот такое сплошное динамика, сплошное бурление. Сейчас будет небольшой проверочный вопрос для вас, чтобы разобраться, чтобы посмотреть, кто в чем разобрался. Итак, я оставляю эти два рисунка, чуть меняю. Вот я имею фотографию ядер двух таких клеток. Вот гетерохроматиновая зона на одной, а вот эта гетерохроматиновая зона у другого ядра. Вопрос, какая клетка первая или вторая в данный момент имеет более активный обмен веществ? Вторая. Понятно, что вторая. Большее количество генов считается. Так? А у этой клетки почти весь хроматин в собранной форме. А это значит, очень мало генов считается. А если мало генов считается, значит, не очень активно идет биосинтез белка. Так? А биосинтез белка прямо связан с интенсивностью обмена. Вот эти игрушки понятны? В интерфазе, собственно, вот это и происходит. Что происходит в С-периоде, мы с вами уже говорили, как, собственно, ДНК умудряется сама себя сдублировать. В G2-фазе, ну что, ну клетка запасает, там, я не знаю, до предела, сколько можно, так, запасает это. Плюс к этому старается побольше запасти углеводов, побольше запасти жиров. И в качестве стройматериала, а главное в качестве топлива. Старается побольше запасти аминокислот. Почему? Потому что другие-то вещества друг из друга построить можно, а среди 20 нужных аминокислот, да, 10 радикалов клетка сама строить не умеет. У нее просто нет ферментов. А получается, они 10 на морг строить? Еще раз. А остальные действия не способны? Друг из друга. Просто, друг из друга, из других веществ завтра. А вот десятку не нужно. Такие аминокислоты будут называться незаменимые. Их нечем заменить. Вопрос, а откуда наш организм их получает? Ты сам не можешь построить. Питается. Только вместе с пищей. И вот эта проблема для большинства вегетарианцев. В чем дело? А дело в том, что растительные продукты зачастую содержат минимальное количество незаменимых аминокислот. А это что значит? Чуть у человека обмен веществ стал поинтенсивнее, и организм потерял возможность строить нужные белки. Почему? А в еде просто нет этого материала. А теперь, имея такую вводную, ответьте, почему великие отцы вероучения, там, великие воры в Индии могут вполне обходиться на чистой вегетарианской пище и при этом быть там полноценными людьми во всех отношениях этого слова, великими мыслителями. А вот человек, который на жесткое вегетарианство сел в России, в течение первых двух лет чувствует себя отлично, к концу третьего года возникают проблемы, к концу пятого года проблемы становятся просто очень тяжелыми и необратимыми. И деформация скелета, и проблемы с зубами. В дальнейшем будут нарастать проблемы с недостаточностью процессов в нервной системе и так далее, и так далее. Россия – это место плохо приспособленное для вегетарианства. Прошу. Там просто разная пища. Если вот в Индии там одни овощи, то в России другие. Отлично. Российский вегетарианец выписывает все овощи из Индии. И тогда
температура, да. Скажите, пожалуйста, нет, подождите. Вещь принципиально важная. В Москве какая среднегодичная температура? Очень сильно. Серьезно, ребят, вполне конкретную цифру надо знать. Холодная. Конкретная цифра холодная, да? Но разброс. И самое смешное, что никто не попадает. 20 чего? Плюс 20, среднегодичная, да? Минус 20. Плюс 20. Плюс 18 градусов по Цельсию. Ребят, плюс 7. Если вы сложите все зимние и все летние температуры, вы получите где-то в среднем, год на год не приходится, от плюс 5 до плюс 7 градусов. А у нас так вот, считаем, что в Москве среднегодично плюс 7. Среднегодично где-нибудь в Дели. В Дели в столице Индии. Плюс 20-22. Хорошо. Разница во сколько градусов? 13-15 градусов. Скажите, а какой температуры должен быть воздух, который у вас в рынке? Теплое это конкретно какой? 36. Температура вашего тела. Если у вас отличие более чем на 5 градусов, у вас сначала развивается переохлаждение легкого, а потом на этом фоне сначала отек легкого, а потом полная блокада. Вопрос, откуда берется тепло, чтобы догреть воздух до 35 градусов? Энергия организма. Вопрос. Житель Индии или житель Москвы вынужден иметь более интенсивный энергообмен. Житель Москвы. Ему надо просто согревать тот воздух, который он дышит. Уже не говоря о том, что тело свое не могут согреть. На улице холодно. Если энергообмен у жителя Москвы должен быть более эффективным, то хватит ли ему того количества незаменимых аминокислот, которые вполне хватит жителю Индии? Нет. На интенсивный обмен этого мизера просто нет в этом. Поэтому в некоторых местах мира и с некоторым образом жизни это допустимо, а в других местах это просто крайне рискованно, здоровье порушено. Я не говорю это к тому, что вегетарианство в принципе вещь недопустимая, не так, такого утверждения не делаю. Речь идет прежде всего о жестком вегетарианстве, когда вообще никакие животные белки человек не потребляет. Скажите, пожалуйста, а творог, допустим, это продукт вегетарианский или нет? Нет. Мягкий вегетарианец творог едят. А творог – это животный продукт. Так? Мягкие вегетарианцы иногда рыбу едят. А рыба – это животный продукт. Они не едят мясо. Но если человек получает достаточное количество сыра, творога, молочной белки, время от времени ест рыбу, не исключает яйца своего рациона, то вот такая диета является вполне полноценной. Ее основа может быть из овощей, фруктов, ради бога. Но вот такие хотя бы небольшие добавки животных белков вовсе не обязательно самого мяса. Вещь необходимая. Бывает так называемая мясоедная культура, все культуры традиционных охотников, прежде всего. Сейчас их на свете-то почти не осталось. Дело в том, что рынок, а у нас сейчас мировой рынок, это явление жутко агрессивное по отношению к любой культуре. Любая местная культура, как только она попадает в сферу действия рынка, разрушается исключительно быстро. И традиционная охотничья культура не исключение. А так вообще, якуты, чукчи, этельмены, эскимосы, североамериканские индейцы – это мясоедная культура, основа питания которой, конечно же, мясо, охота. Охота и рыбалка. Если вас сейчас на такую диету посадить, которая абсолютно нормальна для этих народов, у вас достаточно быстро разовьются тяжелые проблемы с почками. Очень тяжелая проблема. Избыток мясной пищи для нас, для жителей Москвы, привык к своим вариантам питания. Исключительно мясная диета принесет очень большие неприятности. Неприятности для почек, неприятности для печени, неприятности для сосудов головного мозга и так далее. А вот для традиционного якута какого-нибудь это нормально.
разные народы, обитающие на планете, мало того, что никому не должны быть одинаковые, они просто реально очень разные. Абсолютно неверно считать, что все люди на Земле одинаковые. Не так это, ребята. Не так. И негры отличаются от белых, а белые отличаются от желтых. А если бы на Земле были зеленые, то зеленые отличаются от всех прочих и так далее. И это никакой не расизм. А расизм является какое утверждение? Что он и делал. Расизм – это не утверждение о том, что расы отличаются друг от друга, а утверждение о том, что одна из рас превосходит все остальные и является наивысшей. Вот это расизм. Вот это и реально расизм. И у расизма нет никаких логических, я уж не говорю про моральное, а вот просто никаких мыслимых оснований, да, для, ну, я не знаю, существования в этом мире. Российские идеи, ну, как правило, граничат с бредом. Неважно, какая раса провозглашает все самое лучшее. Абсолютно не важно. А вот отличие рас друг от друга, да, это вполне известная вещь. Хорошо известно. Да и не могло быть иначе. Микроэволюция этих народов шла в своих отдельных копалках. Их называют рефугиумами. Одно дело микроэволюция голубоглазых, светлокожих блондинов, одно единственное место на земном шаре. Вот этот котел, где сварился именно такой фенотип. Голубоглазые, светлокожие блондины. Исключительно редкий, очень слабый, связанный с огромным количеством наследственных стигм. Германия. Ребят, то, что в широком смысле этого слова называется Прибалтика. Народы, обитающие по берегам Балтийского моря. Не только на материке, но и на скандинавском полуострове. В районе, в этом области, в ходе микроэволюции скапливаются мутантные варианты, имеющие светлые глаза, очень светлую кожу и очень светлые волосы. Нигде на земном шаре, кроме этого локуса, подобных вариантов нет. Дальше уж они расселяются оттуда, в самые разные места, и в результате примесь этих кровей появилась в Европе, в основном в Северном Европе, двинулась и на восток, и там и через Атлантику уже Соединенные Штаты и там подобное. Вот, а первичный локус там. У этих людей совершенно своеобразная особенность. Точно так же, как совершенно своеобразные генетические особенности у древнего населения в Центральной Азии, так называемых павелоазиатов. У них просто ряд генов работает не так, как у европейцев, среднеевропейцев. Равно так же, как вот у атлантического типа, вот у этих долголовых бестий, о которых сейчас шла речь, прибалтийские народы. Ряд генов работает не так, как, допустим, у среднего англичанина, кельта, у среднего славянина, подчеркиваю, среднего, никаких таких чистокровных славян на свете нет. Равно как чистокровных евреев, равно как чистокровных норвежцев и тому подобное. Это все можно было с трудом хотя бы, но найти в веке 18-м. Если повезет, то в 19-м. А в наши времена, в 21 веке, все народы перемешались друг с другом настолько, что ни о какой генетической чистоте какой-то расы речи быть просто не может. О чем отлично говорят все там, 25 лет последних генетических исследований. Перемешаны расы, разумеется, в очень большой степени. Есть свои своеобразие, допустим, одна из самых известных. Джек Лондона. Никто не читал? Ага. Северную эпопею про золотую лихорадку на Клондайке. Да. Да. Вот там мне описаны хорошо известные вещи. Американские индейцы, равно так же, как и наши палеоазиатские народы, их организм совершенно иначе относится к алкоголю. Эти люди становятся клиническими алкоголиками после первой кружки пива. В медицинском смысле этого слова алкоголизм – это заболевание, имеющее определенные симптомы.